Привет, Антон, я стрим запустил. Привет. Антон The Norland AK китаец. Ладно, на медике поиграю. Чё, а почему бифа у меня нету? Не знаю, шеф. Надо будет после этого выйти в главное меню, посмотреть, что там по настройкам. Угу, хорошо. Да, платформу оставить. Еще одна не очень интересная карта. Да, согласен. Так, а если мы... Народ? Чё? Видим? Да-да. Сейчас. Просто вас не вижу. Ну, я там кое-какие настройки делал. Так, что у нас там по карте? На А? Видим. На Е надо. На Е? А, уже занимают. Нифига себе, второе лицо подгоняет. Чё, Сань, как на мотороллере? А ты я был. Я только резнулся. Надо. Не очень, если попробуем честно. Б, под мост, там все дела. Тачка. Я подниму. Они уже подходят. Он был впереди. А мы конями пойдем. Них бы я не... Нормально. Тварь такой. Ай, я не видел. Ну, ч... Ладно. Ладно, просто теперь чела была наша, я думал. Его стены. Ладно, окей. Так, я шеф. Попробую на Ашку, что ли. У нас еще две точки заняты, предлагаю поехать на них, на тачке. Такое ощущение, что чел живой еще. Нет, убили. Будем того... Ай. Так. Противник захватил инициативу. Нам нужно взять под контроль его цели. Только что же чел был. Справа заходит. Отлично сработано. Цель фазан наша. Убежал куда? Метку дал. На по дороге, короче, побежал. Да. Вы что, два снайпера, что ли? Да. Ну, ребята, да, конечно. Он там же, да? Там еще один бежит. Попробуем. Хорош. Справа у вас снайпер за танком горящим. Да. Меня можно попробовать поднять. Подниму. Давай. Его не убили, да? Убили все. За танком тоже? Ну, уже. Или дальше имеешь за тем. СБ кто-то стреляет. Ну, где-то здесь бегал. Да пофиг, тут уже наша точка. Ладно, я на Б пошел. Обход. Брать нет, там снапы. Так, надо здесь хорошо отыграть. Блин, Сань, ты уже там что ли? В речке есть, да, кто-то? Вот он. Не вижу. За дерево. Ты
Это дерево? Ну, убили, убили. А? Сань, чуть-чуть погоди. Ага. Вон. Походу в доме. Угу. Сзади, 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 народ, сзади ты зашел. А, прямо спасет проход, вход, точнее. На второй этаж поднимается, чувак. Вот здесь вот двое, вот. Видел. Там их двое, еще один низенький, вот здесь вот двое. Рядом со мной двое, убежали. Одного убил. Нет? Еще одного убил. Охренеть, меня тут давят. Понял. Ай, как отвратительно я стреляю. Под мостом один справа. Угу. Высовывается. И второй под мост. Короче, оба под мостом. Так, по информации. Нету. Где-то рядом был. А зачем? А я думал... Ладно, убей. Но он Саню убил, чувака, про которого я говорил. А, машина. Или танк, что это? Машина, машина. Одного... Ага. А у них там респаун идет? Так, это их респа. Походу. А. Тут граница уже. Их респа. На, может, пешочком проходимся. Да, можно. Он спереди. Попал. Ага. Там сзади стреляют? Шик. Да. Кто там? Как отвратительно. Ребята, сзади приехала машина, вам похер, да? Там впереди танк и... Там челик за домом. Рядом с лагом был. Челик. Через забор будет подниматься. А, нифига их тут. Так, на Б. Ух ты, резнуться интересно. На меня можешь резнуться. Ты где? Я у Бшки. Давай. Не в доме, да? В доме были. Трое. Убил одного. А, еще слева. Ранен. Можно поднять, можно поднять. Можно поднять, прием. Не-не. Это что такое? Кто тебя? Давай, 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 давай. Черт, не успел. Не. Читок не успел. Не, надо было полить тебе второй этаж. Ну, чел прям. Ну, по какой инфе он типа выглядывает? Он один раз выглянул, потом ушел. Ну ладно, может, перезаряжал, шлак. Можете резнуться на радио? Нет. В смысле? А, ну, Санек может. На цешке. Санек. О, прикол. Там танк. А зачем на С, если возле Б есть радиоточка? А-а-а. Ладно, забей. Да, они на Е выдвигаются уже. Ашку, да, пойдем. Нет, я с Е на Б иду. Дефендер объектив, солдат! Just attend. Пулеметчик, короче. Вот где-то. Угу. Давай, обратно. Да-да-да.
Он за ангар зашел. Слева двое зашли. Ебать. Я знаю, я убежал. Я не убежал. В зале двое. Вот это вот? Дерево. Чего? Мне вот пытается. Вон там, короче, они. Возможно, упоря, мне пошло он призриться. Да. Кто простреливает? Бил. На бэшке танк. А, блять, этот чел с клана Хеппи. Подожди, не понял. У них другие никнеймы, это как? А, нет, это еще двое зашли, да? Машина. Ага, прикол, прикол. Нас играете. Так, я на тебя, шеф. Я тут одного убил, аккуратнее, меня могут... Я понял. Типа, эта точка спалит, а? Ну ёб твою мать, я его убил, шеф. Можешь меня поднять. А, убил? Да. Мы одновременно. А, нет, тебя спалили, да. Ну, меня спалили. У них что, тут респ, что ли? В смысле? Ну, сзади тебя респ. Их. Ну, вот снизу карты, видишь, иконка немцев? А-а-а. Ну, вот так вот. Ладно, Б вроде нормально. Я на F пока прыгну. А чё тут? А чё тут? А, понял. Качай немного самолет. Внимание, мы захватили цель Баклан. По-моему, здесь? Mm-hmm. Да, где-то в амбаре. А, нет. Ползает где-то как будто. Да, ползает. Блять, ну ты странный тип, странный, хепе, блять, хепе. Ну да. Чисто встал, ну убежал вот в ту сторону. Вот в ту сторону. Если а можешь, вот на F, да? Попробуй меня поднимать. На F. Ну чел подождал, пока ты уйдешь, хотя лежал просто. А, бежит. Я примерно метку можно? Сейчас, подожди, встань. Вот там. Угу, вижу. Ты убил? Нет, он там. Не-не-не-не-не, это точно пиздобол. Это 100%. Чел ушел с позиции, где... Меня можно поднять. Чел ушел с позиции, которую вы пушили, чисто такой дернулся и обратно убежал. Лег. Хотя мог дальше стрелять спокойно слева. Не-не-не, братишка, блядь. Можешь нахуй сходить. Так, куда пойти? Я? На А не хочешь, Сань, слетать там, посмотреть, чё как? Я антиэр душит. А. Что это такое? Чё? По мне будто стреляют. Может, стреляют? Да. На, держи. Кто-то еще стреляет в тебя? Да. Откуда? Не знаю. Я не пойму просто. Здание, походу. Спереди. Ага, нашел. Где? Оттуда. Возле деревьев? Вижу. Да. Очень. Он один хп убежал. Он убежал. Можно поднимать. Меня поднимают. Я пошел за ним. Тоже? Я пошел антиэйр вырежу. Ага. Где? Ага, за камнем. Угу. Хорош. Подниму. А тебя, урод, никто не поднимет. У меня тут диверсия, не резайтесь на меня. Хорошо. Спасибо. Подожди, тут надо... Чайный пакетик. Пина? Тут, по-моему, в церкви кто-то. А, там танк приехал еще. Там чита, кстати. Я знаю, в хепе. Или ты который что, тебя убил. Лорвайт, я вообще просто полз в траве, я не знаю, кто меня увидел. Это вообще нереал. Кто-кто? Она как-то еще найду.
Первый, который или нет. Пятый? Клор Би 8491 с фалхаком, скорее всего, гайд. Но я полз в траве, вообще незаметно максимально. Где он вообще не вижу? На каком месте? Подожди, он на 21 месте. У него говёный счет. Ну я понял. Я как бы... Не отрицаю. Слева... Слева... Вон там. На. Ай, можно поднять. Ты где? Внизу, возле церкви. Да, я за мешками. Там шиф, помнишь того типа, с которым мы дрались? Да. Я уже уходил, мне в голову прилетело. Я тебе метку дам на него. Был вот в той стороне. В той, короче. Ну там дымы сейчас. Угу. Но он лежал. Угу. Не, он сухарь, реально, блядь, он просто пас мне. А, да? В дым. Понял. Молодцы, солдаты, цель цапля захватила. Там пасут этот угол. Да. Так, я понял, короче. Вдоль бежит, аккуратнее, брат. А? Убили его. А, мы еще один лежит, шип. Забрал. У машины забрал пулеметчик. Еще. Еще. Ебать их там. Я ушел. Я их обойду через... Хорошо. В моем доме. Да. Черт. Не попал. Он по мне попал. В моем доме много было. Угу. Черт. Сзади. Иду. У церкви. В церкви забегает. Перестреливается с человеком. Я боюсь. А-а-а. Ты в сейве? Он... Я вроде да, в сейве. Вроде бы. Ну я же перестрелял, ну там же уже было видно, что я все. Я первый начал стрелять, первый попадал. А, ты тоже? У него 0 хп, понимаешь? Ну, в смысле, один. Блять. Шо он тебя убивать? Бесит. Так. Бойцы, цель М теперь в руках врага. Тачка. У меня есть надо. Так, чё, на тебе прыгать? Ну ладно, на тебе. И там. Тут у меня чувак. Меня поломал. Чёрт. Меня так убил. Я упаду. Конкретно можно инфу? Он живой? Да хуя у меня. Можешь подсейвить мне? Ладно, забей. Я говорю, надо уехать. Уходи. Я с тобой, Марат. Я лёг. Чёрт. Лёг. За деревом, да? Бля, он меня через кусты убил. Он меня не видел. Я лежу, и мне чисто две пульки прилетают, больше нет. Ну, смысл? Если я ОХПшный. Ну да. Тань, ты где? Я резаю, ремонтируюсь. Я отсыпаю. Просто ты в дыму стоял. Ну, чтоб меня не прилетело, короче. А сзади. В канавке. Вышел на поле. Так, а ты где? Я в канаве. Не вижу никого. Я попробую добежать, пока лежи. Угу. Вижу танк. Кто вас стрелял?
Вы кретины, вы хотя бы смотрите в ту сторону, с которой вас стреляют. А, это фракс. Зачем я? В чем я, блядь? Стоболище. Шеф, можешь сам подниматься? А он тигр. У меня тут чуваки сзади где-то были. Да, вот. Слышу. Одного убил. Че есть? Не знаю. Спасибо тебе. Речка чисто. Погнали, я с речки буду тебя прикрывать, mm-hmm. Постараюсь. Бери, чувак. Я далеко. Их очень много тут. Слева, за деревом. Убили. Забрал. Еще левее посмотришь их? Тут очень много их, я ушел тут. Нет. На мосту чел. Шиф. Был. Не вижу. Конечно, блядь, мина ебучая. Ты живой, Сань, или... Не, я на мину наехал. Справа челик бежит. За мостом. Еще один, вот здесь. Снайпер. Я под мостом. Че, думал, я тебя не найду, Гандон? Кто кидает? Сзади кидает. Нет? Слева, 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 слева. Слева, слева. Там еще пару слоев идут. А где они? Не вижу. Одного убил. Вон там. Как он? Вот. Вот там, короче. Чтоб понятнее было. Ага, вижу. А, меня там не танк убил. Вот здесь ты чё? Чё? Ой, блядь, просто лежишь. Чё? Видно, с моего трупа к тебе подходят два человека. Да, два, вижу. Сейчас попробую, я резнулся. Я за мост, короче, поднимусь. Угу. Тихо, тихо, тихо. За трактором. Да? И прям за трактором, он лёг за трактором. Не будет усунуться пока. О, я ему попал. Еще раз попал. Под трактор стреляй с правой стороны. Там танк приехал. А, слева у поля Марат. Под мост зашел. Двое. Убил? Ай, нет, там еще один. Меня подняли. Там еще трое. А, это наши. Спасибо. Я думал, ты убьешь. Такой выхожу, на пофиг. А че по трактором? Ой. Я не чеку. Я предлагаю в сторону А пойти потихоньку. Вы завели форму. Танк снорвали. За камнем. Ай! Понял. О, ё-моё. Чё? Меня убил челик какой-то. Бля, ну... Саня, на тебя прыгают, тут, по-моему, перед тобой должны быть. Да-да. Один есть. Если его не убили, конечно. Ещё один. Вон. Убил одного. Ещё вот там бежит. Метку дал. Не вижу. Он лежал там. Отвечаю, есть. Хотя, может, убили до вас. Убили, наверное. Ну, скорее всего. Ну, я вроде кого-то видел. А зачем мы сюда идем? Не знаю. Пойдем туда. Здесь. Там ты еще? Передо мной. Блять. Спасибо. Где? Стоит передо мной, короче, в этой луже. Глубоко. Ну он очень этот лоу ХП, он убежал, короче, на Е. Моя можно поднять, ребят. Я тут. Да, вот он. Убежал вот туда. Hello. Hello. Я думал, ты вообще. Ну, в другую сторону побежал. Вот здесь ответ там был.
Танк? Блять. Он справа от нас танк. В доме был. Вот здесь? Переулочки. А, и справа танк. А, нет, челик. Да, там. Блять, меня со всех сторон. То же самое. Нас окружили просто. Ну, а тут 17 осталось. Нужно не париться, как бы. Получается, можно... Нет, нельзя. А, я живой. Там бывает такая штука. Бывает то, что самолет как бы он тебя роняет, немножко ХП, и ты лежишь. Не смотри, это ракета. А, ты ну, самолет уже ракета. Нет, это ракета. Че, шиф? В менюшку хотел зайти. Угу. Давайте выход. Давай. Ну да, хеппи, хеппи, ага. Наберете, блядь. Стоп. Блин. С ними он не с ними. Раз, два. Блядь. А чё я? А, блин, что тогда лавала не хватило, прикинь. Да. А чёрт. Так. Посмотрите. А, в этих, во взводах у вас там чё как? Чё во взводах? Не... А, там есть кнопка отображать взвод. Может у вас нажать надо? Может быть. А это в настройках? Это ты заходишь вот в взводы. А. Выбираешь свой, и там не отображать под иконкой. А, отображать взвод, да, есть. Нажал? Да. Ну и все. Так, сейчас, секундочку. Погоди, не запускай. Угу. Вот. Там было что-то... Да, вот здесь вот. Да, все, можно... Да, еженедельный квест посмотрел. Не готов. Саня, у тебя тоже не включено было? Ну, походу, я не смотрел, а на технику смотрел. Что можно прокачать. О. Это что такое? Большая поляна. Да, поляна что надо. Что-то не помню я этого... этой карты. Уши отображается теперь. А как ножом пользоваться? F. Ну, понял. Если сзади, то анимация full убийства. Mm-hmm. Если спереди, то надо будет почикать пару раз. О, да, я помню, мы тут катались туда-сюда. Mm-hmm. Да, да, да. Так, что там по машинам? Интересно. Опа! Вс.
сюда. Все? Ага. Что, будешь запрыгивать? Чех. Я запрыгнул, так понял. Уже. F2? Че, F2? Я на своей еду. Ага. Самолет летит. Вижу, прям на меня, по-моему. Как будто бы. Он не рискнул. Ладно, посижу еще. Опа, у нас тут люди. Дебил? Граната, ребят. Что, здесь что? Нация уже здесь, на вот. Картина просто. На меня тайп, можно... Type 99, Арисака, это что, снайперка? Да, вроде. У нас просто дебилы на D. Они видят полоску, которая не дает заполниться. Вот здесь чел. Попал в него. Здесь. Под тентом был. Я попробую его. Да, я опять горю. Что такое было? Что было? Кто тебя? Кидай пока. Лежит это вот это он, да? Ну это свой лежит. Ага. Минус. Право. Я видел там две машинки. А, убил. Я попробую поднять. А, он едет прямо здесь. Поднимите. Тоха. Тоха зашел. Угу. Вот здесь вот. О, тут поднял. Спасибо. Меня танк убивает. Чёрт. А я то нет. А я ему попал. Метку. Тоха зашел, да? Тоха 07 против нас играет. С фейка. Так и знал. Не понял. Не зевать, цель трус под угрозой. Не расслабляйтесь, мы потеряли цель цапля. Нифига себе, это на цель. Я на цель. Там их очень много, брат. Просто неприлично много. Вот даже там. Может сейчас бы не попадать вообще. Там вот на, за деревом лежит. Ну под деревом. Видел? Нет, я другого смотрел. Вот там. Я попробую. Он смотрит на меня. Я тоже лягу, чё. Вот идёт справа, слева. Ой, я вижу чувака с СТГ, всегда мне в голову прилетает, когда я лежу там или где-то прячусь, всегда. Нам было закрыть, наверное, да? Хотя, он на Е, я пошел. Я опять забыл пушку поменять на этой тачке.
А мы я тут балуемся. На Д много. Сейчас мы я перехватим. Кто приехал? Понял? Надо зачищено. Никого нет. Кто-то пришел. Сань, ты что, крыса? У тебя есть место? Стоим. Чем на С, я думал, F или G там. Вон на С, наверное. С Ц идут. Что за мансер там? Нормально такой. Знаешь что? А? Он лежит сто пудов. Там справа кто-то. Да. Вот он сидит прям, бля, я застрял. Я не вижу. Он прям за пушкой. Одного убил. Дымами закинул. Че, выйти? Давай выйду. За пушкой сидит прям. Если он не умер, конечно. Да, он за пушкой. Убил? Обратно сесть? Да, не надо. Я тут дальше пойду. Ну я бы с тобой сел. Пойти там. Убил одного. Там в дымах сейчас. Я назад хожу. Ходи, уходи, уходи. Ай! Больно. Больно. Где-то вот здесь. Я на мину наехал, конечно. Allez, capturons cet objectif. Allez, servez-vous de cette trousse. Attention, vous Michel lancez. Vous avez l'air en forme. Allez, toi. Черт, на их, пожалуйста. Тачка, братья. Чего? Опять СТГ 44, Саня, это ненормально. Все время в голову, все время в... Сейчас покажу, где они лежат там. Сидят. Ты живой? Я живой. А. Там два танка у нас. Да, я видел. Не, одна машина, один танк. Нет? Так, кто по нашему кидает? Кто по нашему кидает? Блять, шиф тут едет сзади. Ага. СТГ 44. Что за охеренное оружие, Сань? Я не знаю, я не знаю. Меня просто убивают только с него, пока. Вот в этой катке 4 смерти с СТГ. О, наш. Шутка. Ты снайпер, да? Земляйте пухом. Можно G или F. Он танк на Г стоит, слышишь, да? Блядь. Сань, ну надо дебила поднять. Откуда его? Ой. Я вижу. Ошибка. Назад. Пошли на F, все. А? Мы на F. А. Кого не слышно? Нет, нет. Цель Эму теперь у нас в руках. Теперь это цель наши солдаты! Тише. Я на С, если что. Тише, я буду. Держу. Не, ничего. Так. Мы должны prendre l'objectif à tout prix. Наверх никогда.
По-моему, можно. Чувак еще приехал, наш прикольный. И кого-то он встретил. Саня, я залез наверх. Прикольно. Так, а где они? Это твоя, да? Да. Эй, в смысле? Ай, сзади. Тварь. Где-то с той стороны, Сань. Из-под домиков. Блин, еще танк приехал. И вот с той стороны, по-моему. Что за дым? На зенитке. Он убил на зенитке. Танк приехал. Ну берете. Вот здесь. Убил. Там. Не убили. Заходит, брат. Да я на другого отвлекся, Сань, который туда убежал дальше. У нас там никого нет, да? Вы куда? Ну, Д, наверное, и на С. Или что, или на Б? Или Б. Ну, на Б едут. Да, там чувак резался, у него была штучка. Ну, да? А, все, блин. Его спалили? Не могу на него резаться почему-то. Я тоже пока не могу, но он в типа этот. А чё у него? У него типа ХП нету, да? Да, он забагал. Он забаговал, походу. Может, всё-таки на Б? На Б уже он. Ну, придется на Б. Давай блин, хотел с респыжи. Чел машину взял и поехал. Че, есть смысл на Б? Ну, вроде есть. Мы должны prendre l'objectif à tout prix. О, есть. Сейчас тормознем ее. Шип, на контрол жми. Пожалуйста. Пожалуйста. Блять. Ну, а зачем ты... Ну, зачем ты это делаешь? Зачем? Что именно? Ну ты... Ты охренеть какая легкая цель. Я? Про чё? Ну ты же сидишь на верхнем пулемете. Нет, я сидел на маленьком нижнем. А кто на верхнем был? Не знаю. Точно? Точно, я на нижнем сидел. Сори то. О. Мы захватили цель. Так, ну надо поп. Мы как-то можем его? А не знаю, что с ним, что он там сидит до сих пор. Ой. Меня не понял откуда. О, что? Там пробежал челик за оградой вот здесь. А, убил. Берешь. На ком рез вообще. Хорош. Я еще слышу. Привет. Блять. Вы че, твари, пугаете? Я поворачиваюсь, два урода стоят за меня. Оф, блядь. Ну куда? Вон чувак. Да, видел. Ну слышал точнее. Еще один. Близко? Обоих? Нет, только одного. Блин, наш не долежал немножко. Нельзя забирать. Пойдем. Defendez l'objectif, soldat! А чё, натуре, где они? На бэшке, наверное. Огонь на поражение! В доме лежат. Серьезно?
Второй где? Вижу. Убил. Подниму. Да я подниму, я же медик. А чё она? А как она? А как? Вот тачка. Вот так. А куда поедем? На Д? Б занимают. Давайте на Г. Д, Д, Д. Да? Бля, лежат. Не, ну это, конечно, нормально. Да, впереди, 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 впереди. Неудачно. Забрал. Я перезаряжаюсь. Можно? Я вышел. Еще один. Попал по нему один раз. Сзади что-то. Да, там это без вариантов. Где он? Не понял. Ладно. Ящик. Лево. Не, мне показалось сзади стрелял. Бежит сюда. Ага. Я опять убил. Убил его. Хорош. Тихо. Сзади. Ну там же дымы, Сань. Ну там же дымы. Просто чел дает мне в голову с дыма. Ебать, их там. Причем у него счет 2-13. 5-1 из киллов это в дым в голову. Ну, ну это вообще такая... Там слева, вот здесь. Танк на С подъехал. И колесник там же. Ну я... Это кто? Понятно. Нормально, ты. Нормально, нормально, нормально. Че там, хитер, что ли? Да нет, там. На 180 разворачивается и. Вообще нереал какой-то. Ага. Блин, сзади? Кто? Марат сзади, аккуратнее. Я лег уже. Но меня другой убил. А это чел, который в голову давал. Че, играть научился резко, что ли? Так. Тачка надоедет. Да, я тоже прыгнул. О, в ангаре сидит. Да. Бля, едет машина, ни один в нее не стрельнул. Да, да. Ни один в нее не стрельнул, и я подумал, что это своя. Понимаешь? Почему я... Так, ВД уже все, да, нормально? Да. Ну погнали тогда. Погнали С тогда. Может по речке справа? Он сюда прям приехал, да? Они, короче, со стороны. Тут трое, двое. Буду проверю. Ты же здесь был. Да. Вот он. Танк далеко едет. Знаете, я просто сел за деревом, его ни хрена не видно. Танк вот он еще один стоит. Тебя поднять? Стой, 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 подниму. Чувак передо мной, передо мной. Блин, я уже все сдох. У меня кнопка уже. Блин. На мне можно резнуться, я на С прям. Здравствуйте. Помогите! Отлично, так держать. По кому он кидал? По всем. Сзади. Вот с той стороны.
Хорош. Там четверо по дороге. Вот, бежит. Там танк еще. Да тихо. У меня в упоре. Убил. Ты живой? Да. Блин, на С от самолета. Тут же видел, типа. Где-то крыса. На С один где-то, да? Не-не, я видел по речке кто-то уходил. Кто-то кинул сейчас по мне. Не знаю, близко, далеко. Да-да, с F меня кидают. Можешь посмотреть, я попробую метку сейчас сдать. Вот там где-то. Не вижу никого. Ну танк кинули. Они танк кинули. Да, ну дебил его разрушил, блядь. Можно было сделать занять. Не вижу, Марат. Ладно, я тоже не вижу. А это что, машинка или танк? Машинка, понял? Блядь. Да он тройку не смог. А челик здесь. Не вижу их. Он за оградой, скорее всего. Я его поджимаю конкретно. Можно еще раз точку? Вот здесь это дерево. Аккуратнее. Ага. Танк. Там аккуратнее танк дальше. Еще машина едет. Стоит. Вот она. А, это танк, понял. Так. Это передвижно. А вот это как? По мне никто не стрелял. Меня никто не отмечал. Просто танк решил пальнуть по машине, в которую я даже не залезал. Прикольно. Если что, на мне можешь резнуться. Да я думаю, надо с Е на F прорвать. О, закажи танк. Я? Ну а кто? Танк. 20 тысяч, который стоит. Заказал. У меня такое ощущение, что меня сейчас с нулевого разъебут на нем. А, уже, блять, на базе, прикинь. В смысле, там. Кто на базе? Блять, ну чувак просто пошел мин расставил передо мной. Зарезался, прикинь. Нормально. Так, ну надо F и G, да? 60 хп, да? В смысле? А, стоп. Я на Е. У меня херачит. Ладно, я еду. На С много прибежали. Еду. Сообщение для всех. Цель цапля потеряна. Ёпты. Здравствуйте. Ой. Так хотел. На С там правда много было. Я вот здесь тормознул. Слева машинка. Вот здесь тормознул. Угу. Уже здесь, на С. Справа? Справа. Нет? Убили. Охренеть их тут. Я и говорю, там их просто дофига. А как ты? Ну ты прикинь, ну я его убиваю, и он меня... Понятно. О, там нормально на Шермане кто-то. Ого, Саня, это что такое за ракета? Саня, ты где? Я на это. О, нормально у тебя штука. А с нее можно пострелять или ты только ты можешь? Где? Там вон танчик, ага. А, это как у самолетов, да?
Да. Нам на тебя прыгнуть. Хорошо, вам вынести, я думаю. Сейчас мне надо ему скрыть. Вон там чувак, около станции. Ладно, я пошел за ним. Справа челик. Свой? Наш обстрел или? Да. Где тут чел на С? Не понимаю. Лежит? Это лежит. А вон они. Внутри? Вон там. Одного нашел. Все. Чисто. Ой, здесь вроде что-то антия. Было, не? Антия вижу. Че, шиф? Это что по нам стреляло? Это антия, я убил его уже. Не знаю, на что он рассчитывал. За танком? Чего за танком был? Было перезарядку, короче. Там мин нету рядом, интересно. Рядом. А то они любят ставить сраные мины. А я все равно на дорогу не поеду. У меня мина вот здесь. Это надо сломать его, да? Так, Д захватывает. Надо? Я он да, ну да перехватил. А уже все. А уже все надо было раньше. Да. Так, ладно, я по полю побежал. Так, у нас Е отжали. А пофиг. Хочу F. Ай! А, за забором. Где? А, ну это танк. Ладно, я не палюсь. Да ты-то кто? Еще один танк, колесник с на Е. Никого не трогал. Так, Саня, ты где? Стрелю колесник. Блядь. Мне нужна тачка. Танк. Нет. Не понял. У Цешки танк. Он на Д еще стреляет, что больной. Он реально на Д стреляет. А можешь вот сюда посмотреть? Далеко. Там танк. Колесник. Да, там колесник едет. Но все равно пиздец куда. Быстро ракеты улетают просто. Ой. Тут. Отлично. Сосешь. А, его взорвали. Ты на что ли, надо? Подожди, меня тут, вот тут люди. На Е подходит. У меня на С люди подходят. Да, меня убили. А, да. Одну очку. Кстати, тебя Марат подел один снайпер, я его зарезал. В конце или вообще? В конце, да. Хорош. Который был где? А, со стороны С. На поле. Угу. А как он меня видел, если я от он него... Он в ту сторону смотрел. Странно. Ну я от него за забором был и за кустами. Понял. Прям вот фул закрыт. Понял. Ну шиф, 6-9, что-то... Где там 12-1 вот это вот? Да мне ж новая снопа, я не могу. Надо придрочиться. На коряке? Да. Надо придрочиться к нему. Так, давайте последнюю. А у вас тоже сначала оружие появляется?
Угу. Потом вы, потом карт. Не-не-не, я к тому, что ты меняешь классы. Я менял классы, у меня сначала оружие менялось класс. А потом... Ну опять это карта. Ну ты же здесь нормально. Все розовые. А... Да, помню. Так, я по своим этим. По своим меткам? Даже вот так, наверное, сяду. Я с тобой рядышком. Мы захватили цель Дрозд. Впереди вроде. А ногу? Ну он там. Ладно, Сань, назад можешь? Назад уйти можешь? Я назад? Не-не, Сань. Хорош. А вот. Ах, чёрт! Где? О, под, у моста. Я вроде я подниму. Прикольно придумал. Спасибо. На вершине был справа. Где-то они тут будут. Чё? Что? Дал метку. Прикольно, там танк метка. Стоит. Ебать. Ну там вот камень, просто камень стоит. Он в камень дает, я умираю. Ну как я это? Я тоже умираю. Камень. Подними тебя, что-то позади. Тебя не снайпер снял? Нет, танк. Окей. Охренеть. Спасибо. А он всё там же стоит? Да-да-да, там рядом снайпер. Не вижу. Справа, да? Ну, был справа. Mm-hmm. Дай-ка, кстати, я к нему зайду, в гости посмотрю. Может, на Е пойду? Можно на Е сходить. Он по мне это кинул танк. Сейчас, нет? Это танк был. Ну, я понял. Я тебе, ладно. Он не смотри, я на Е, короче, пошел. Там челик ползет. А, вижу. Вот здесь. Надо за кусты его высечь. Может, Е просто пойдем? А, ну давай, что? Давай. Где он ползет? Слева от тебя где-то внизу. А, убил. Все, пойдем. Еще один с Е. Че один ползет? С Е один. Просто стоит чел на Е. Понимаешь? Что. Блять. Нап, что ли? А, там. Что с IQ у человека, когда на Е, блять, вообще никого, он стоит Е охраняет. Он даже не отъехал, типа, в атаку. На тебя, что ли, прыгнуть, Сань? А там, там чел еще бежал около него. О, прицелишник. Сань, я ушел. Точно? Угу. Круто он придумал. Я, блядь, в кустах лежал. Я видел. 6-0. Угу. Там даже 3D камера не видно. Там колесик, да, проехал? Да. Ты его пропустил? Шиф! Шиф! Меня убили. Дарян. Бля, а ну ты не слышал, что ли? Слышал. Я только услышал, стрельнул и все. Так а чё ты не говоришь? Я даже сказать не успел. Так я резнулся на тебе. Да, я видел, Марат, я видел. А, колесник здесь на С. Возможно, тут есть какой-то мы. Ты его высечь попробуй. Вот чувак тут. Убил. Что? Что? Я охереваю просто с этой игры. Чел стоит на пулеметчике. Пострелял меня, не заметил, лег. А.
Лег в секунду, и его не вид, блять, он... Я потом клип скину. Это вообще же... Бред собачий. Да боже, попади. Вот здесь у челика аккуратнее. Там еще тачка. Там танк. Да, у самурая нет цели, только путь. Там машины едет надо. Пошел перехватывать. Я радиоточку нашел. Здесь. Ну, уничтожил? Нет. Зачем? Чё? 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 Ну, чел, на мне чел. А... С вашей стороны шел. Под вами. Поднимешь? Машинка там на Д должна была доехать. Убил? Да, да, убил. Вот здесь прям на мне радио точек. Маяк, маяк. Извините. На Д пойдем там? Человек 5 минимум. Давай. Надо жопу, конечно, чекнуть. Там кто-то стреляет, да? Типа... Ну да, кто-то стреляет. У меня челик. Забрал. На мельнице, по-моему, шиф. Да, есть на мельнице. Наверху, типа? Не знаю. Да, наверху есть один. Я снизу захожу. Давай. Я чекаю окно. На последнем, по-моему. Да. Он вот здесь, вот. Я видел, часть. видел. Там двое их, двое. Убил, вот здесь в углу сидит. Убили. Может, там еще лучше есть? Так, ну поднялся. Выше не видно. А кто по нам? Вон он. Еще внизу. У меня челик один. А, вот здесь этот бежал. Ай, Сань, Сань, около дома. Вот там где-то. Снайпер использует. Вот здесь я убил одного на камне. На последней метке убил. Вижу. Убил. Нормально. Под нами? Под вами? Сейчас чекну. Вроде нету. С моей стороны не вижу. Нет, 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 нет. Но на Д кто-то есть, шиф. Да. Вот здесь, на первом. Попал у него так нормально прям. Он там вроде, а? Еще один, наверное, на нем резнулся. Трактора. Трактора. А где трактор? Двое. За трактором. Бегу, бегу, бегу. Видел? Трое за трактором. Один мельница, двое трактор. Идут к мельнице. К мельнице шли. Надо быстрее, надо, шиф. Успеешь? Я успел. Угу. Так, подожди, подожди, не высовывайся пока. 3 секунды, я сейчас резнусь. И Саня там еще через... Так, погнали. Мы уже отбираем. Ты дебил? Кончишь просто. Ну, мельница, что ли, лежит, или что, или дом? Скорее всего, мельница. Ну, наши вроде с мельницы сейчас только что. Понял. Да идиоты. А где он лежит? Трактора, что ли? Нету трактора, нету. Может быть, за камнем или тут где-то в деревьях. Но он... Их двое, по-моему, уже. Один. Он где-то в доме был. Я мельницу чекну. Не-не, там никого, шиф, точно. Да? Или лежат ведь?
А вот они тут, блядь, лежали. Пиздец, вот тут кустарники. Тачку берем, едем. На Е. Есть у нас инженер? Нет. А я могу станции сам, нет? Тачка по уничтожению станции. Шеф? А, понял. Попробуй на X нажать. Так, ну, не могу. Я же не около станции. Он впереди. Я ухожу, короче. Давай. Ложусь. Вот перед тобой. Машина аккуратнее. Я второго убил. Чё, ещё? Да, отлично. Там еще около нас. Не презриться надо. Давай. Нет? Блять, свои орали опять. Мы сейчас с респы будут ехать. А? Танк. Колесник, точнее. Поближе подойти, значит. Поговорим. Он справа поехал. А. Да, да, иди по чеку. Я читаю тебя, лох. Ой. Ой. Он уехал, прикинь. О, чувак. Так с базы стреляет у них просто. Ага, меня убил. Вот эта фигня. Колесник. Что? Надо я тачку поехал. Спасибо, Марат. Возьми мой. Вот, вот, лежит. Да я уже взял. Ну и все. Нет, стоим, блин. С базы прикинь стреляет просто. Да? Блин, нормально у тебя зум. На тачке приехали. Где? В центре прям, в центре прям. Блин. Убили. Ой, шиф, колесник. Ой, как... Вот здесь он бежит. Колесник приехал. Сзади. Да. Чего, так, подожди, шиф, ты где умер? Вижу. Машина. Колесник, тачка стоит. Колесник. Хорош. Ну все, второй колесник сейчас поедет. Да, я слышу. А меня опять убил колесник. Чё? Челик. Это... А что? Это... Это с респы чел дал, который меня вообще не видел. В меня чисто. Охренеть. Ну это вообще, конечно, наглость. Там так всё смотрит. Аккуратно. Блин, Сань, дай... Ой, Шиф, дай коряк. Зачем? Я там челу, короче, он... Человек выходил с, с танка. Черт, меня заметили. Слышишь, нет? Да. Человек из танка выходил, я ему в голову просто дал он. На медике. Хорош. А тут еще. Ой-ой-ой. Так, Шани. Сань, Сань, я иду. Не поднять, не поднять. На меня тот чувак, колесник палец сюда. И танк стреляет еще. На меня как едет. Прячься, прячься, прячься. Прям Шерман вышел. Бля, челики... Это просто браво. Идиоты. Все закат. Сколько у них тут? 6 танков на Е? Ну, 3. А, надо больше не резаться, да? Блин. Куда пойдем? Ну, у нас танк на Д, я не знаю, что он делает. Прикольно. Прикольно. Он похуй. Хорош стоишь, Марат. Я думаю, что взять. А вы где?
Ну я на С, там колесник. На Б едет. О, колесник проехал. А-а-а. Может там не лестница? Ой, там люди. Вижу. На мосту еще. И на мосту еще. Убил. На мосту одного задел. Я убил, убил. Хорош. Там танк. Он знает. Я отвечаю, он знает. У него каждый выстрел... У меня, по крайней мере, прям четко летит. Так. Сейчас в камень ты кидаешь. Ты чуть глиз, что ли? Мне точно... С шифа, мне можно поднять, кстати. А где? А, бегу. Если что. Я просто думал, ты уже там в пути. Нет. Если он в тебя кинет, я буду орать. Нет, не буду. Так, почему Б захватывает? Челик. Забрал. А мы идем, Марат. Я, ой, я на Б. Я тоже почти на Б. ЗХ 20. Поднимешь меня или мне? Да, подниму. А у меня медик рядом, забить. Так. Где они там? Там на кусок. Не вижу. Вот там снайпер. О. Нет, не снайпер. Так. Блин, 17. 300 очков, ребят, надо. Да, пробежал челик. Слева? Да, налево пробежал. Одного убил, но это не тот. Саня, вот тут арт-обстрел, даже... арт-обстрел сшиб. Вижу. Граната. Еще не закончилось. Я в такой позиции. Говна просто. Какой Шерман едет в город? Челика задавил просто. Тебя под... Ладно, я дал. Мой трактор нет. Вот здесь Шерман едет. Ага. Там снайперы пасут. Блять, я застрял, да ё... А, все, взорвали. Так, сколько денег? Отлично. А, черт, меня снайпер снял. Медик. Какой медик? На снайпе сидит. Подбежал к дому аккуратнее. Колесник. В доме вот в этом колесник. Где-то был. Да. Спасибо. Колесник. Спасибо. А, там же, бля. Там же снайпер сидит. Тварь. У меня на углу вот здесь, вот, вот здесь, вот, вот здесь, Сань, трое, четверо. Один не смотрит на тебя. Теперь смотрит. Смотрят именно тогда, когда... Угу. Вот, шиф, нормально стоишь. Там еще люди. Да, я понял. Ао. Запрыгни. Что такое? Там гнездо, где я сдох, 5 человек в углу сидят. Попробуй гранатку кинуть, Сань. Одного убью. Вот на мой трупик, вот здесь они сидят, 3 человека в углу. Никто не взорвался? А, отошли. А, отошли. Ох, капец, их там взрывают. Машина едет.
на тебе все еще? Черт. Я уже резнулся. Тебя кто убил? А, на углу стоит прям за домом. Помнишь, что тебя убили? О, не дают поднять, отлично. А там уже свои. А ну-ка, медик. Медик, медик. Бля. Шиф. Я подниму. Не-не-не, меня поднимут. Меня поднимут. А там уже. Меня. На углу, на углу, на углу. Убил. Добить. Там еще один ползет. Ой, нормально тебя выкинул. Интересно. Удобно, кстати, да. Аккуратно, аккуратно. Я вижу на углу. Каленый тащит. Я не вижу. Попал в него. Хорош. Я свой. А, я думаю, что это за танк стоит. Там еще третий ему. Подхилил. Прикрывай. Далеко, да? Ну. Лежит, блядь. Там танк стоит. У меня ничего нечего дать по нему. Я просто... У меня челик. Челик бежит вот здесь вот. С той стороны, по дрове. Бежал. У меня еще там же. Тут что-то есть. За машиной. Угу. Еще один там был, направо уходил. На кем меня? Вот в той стороне. Ой! О, СТГ. Блин, пропало. Челик убежал налево. Черт. Ай! Пойдем, они там все. А, они на втором этаже, я вижу. Да-да-да, в доме сидят. Там пулеметчик за зданием слева. А, это ты дофига. Так мы на респе у них шип. Мы прям у них на респе. Ладно, хорошая игра. .443. Саня, у нас рекорд был 3 пятерки, по-моему. Да. Че, все тебе? Или как? На сегодня все, да. Да, послезавтра, наверное. Угу. Да, послезавтра, как скажешь. Mm. А, короче, ушел, голова уже заболела. Давай, пока. Пока. User disconnected from your channel. User left your channel.